как отдать ребенка фигурное катание? Такой вопрос мы задали Руслану Токмакову, а он не стал нам на него отвечать, а отправился к специалистам, которые занимаются с детьми, с самыми разными детками. Есть и профессиональный спорт, и любительский. Ну и уже мы услышали, что самое главное, это чтобы тренер попался хороший. Ну и тренер нам сегодня действительно попался хороший, и Руслана Токмакова мы доверяем этому тренеру, и прямо сейчас будем смотреть, какие же у Руслана успехи на льду. Руслан, давай тренировку начинай. Ух, ребята, я пытаюсь уже что-то делать на льду, но сейчас можно вас пригласить и представлю, и познакомлю вас с Дарья Петракова, фигуристка, Михаил Бояринов. Поклон. И Ульяна Кузнецова. Я хочу попросить Дашу сейчас нам показать какой-нибудь красивый прыжок. Можете? Давайте, мы смотрим. Так, мы будем все это снимать. Непонятно куда, да, камерой? Так. Ну, она, ей же надо на дугу встать. Это каскад прыжков. Ирина Викторовна, что это? Это каскад прыжков. Ридбергер, тулуп. Ридбергер и тулуп сейчас был? Да, два прыжка в каскаде. Ну, я, конечно, такое сейчас не повторю, поэтому можно ли что-то, с чего начать? Какой-нибудь, чтобы и эффектно выглядело, ну и простенькое что-нибудь было. Даш, пожалуйста, перекидной покажи. С приземлением на две ноги. Не на... Даша, Дашенька, далеко уехала, потихонечку. Простенькое что-нибудь попросили. На две ноги. О. С места сделай, пожалуйста. С места. Я не повторю, мне кажется, Даша. С места. И раз. Молодец. Угу. Так, хорошо. Смертельный номер. Так, значит, через левое плечо разгоняюсь и должен подпрыгнуть. Потихонечку, сильно не разгоняйся. Потихонечку. Потихонечку. Ну? Равновесие держим на середине конечка. Оп! А через левое плечо? И что еще? Через левое плечо. Через левое плечо. Через правое плечо. Отлично, замечательно. Теперь можно попробовать вращение сделать. Вращение? Миша, Даша, и Михаил? Покажи. Миша, нет? Простое сначала для вас, а потом вращение Миша нам покажет четвертого уровня. Да ты, Даша, ой, я да. Дашенька. Даша, ты, Даша, меня переоцениваешь. Ты же видела, Даша, как с волны я, как сделай. Я, Даша, как с я, волны я только что крутился. С волны. Движение. Простенько. Простое, так, базовое вращение. Вот так я, наверное. Во. Ну что, попробуем. Так, значит, едем и закручиваемся. Спокойно. Молодцом. Главное, видите, тренер всегда поддерживает. Даже несмотря, как я сделал, все равно Ирина Викторовна говорит, молодец. Михаил, не уезжайте, покажите нам вращение. Четвертого уровня. Самого высокого. Да, для зрителей поясним о том, что есть, соответственно, первый уровень, да? Самый базовый такой еще даже. А четвертый – это самые сложные, самые красивые, зрелищные вращения. Посмотрите, какая пластика у Миши. Это как раз еще даже к вопросу, да, о том, что не только девочки занимаются фигурным катанием. Посмотрите, как у Миши получается выполнять абсолютно все элементы. Михаил, как красиво. Голова кружится? Ну, чуть-чуть. Ну, сколько лет занимаетесь уже, Михаил? 8 лет. 8 лет? А если, можно ли такой нескромный вопрос, а сколько вам лет? 13 лет. Ну, то есть вы уже 8 лет в фигурном катании. Скажите, какие у вас планы? Есть ли амбиции, желание выходить на лед и покорять, не знаю, титулы и статусы России, мира? Ну, да, почему нет? Ну, у каждого спортсмена должна быть такая мечта. Хорошо, как скоро тогда? Не знаю. Как выучу все тройные, как минимум, и потом какой-нибудь еще один четверной. Четверной? Это про тулупы речь? Ну, да. Ну, про прыжки, да. Про прыжки. Я предлагаю сейчас у девчонок, у Ульяны, проведем ей такой, не знаю, тест или экзамен. Ульяна, а расскажите, пожалуйста, какие вы знаете прыжки? Вот мы знаем тулуп, да, он бывает там какой? Ну, тройной может быть, двойной может быть, там, четверной. А какие еще бывают прыжки? Флип, луц, аксель, сальхов, ридбергер. Ого, как много. А помимо прыжков еще существуют элементы какие? Вращения, да? Всякие шаги там бывают. Что, какое у вас любимое, Ульяна? Прыжок или вращение? Что вам больше всего нравится выполнять от того, что вы, ну, прям получаете удовольствие огромное?
программе стоит такой прыжок, двойной лутц и двойной тулуп каскадник. Это сразу? Сначала лутц, и потом тут же надо двойной тулуп сделать? Да. А скажите, а сейчас вы готовы попробовать сделать, показать нам на камеру так, что-нибудь подобное? Не знаю, да. Ну хорошо, а что можете прямо сейчас показать? Двойное сальхо. Двойное сальто, специально для зрителей. Сальхо. Как? Сальхо. Сальхов, двойное сальхов. Да. Как-то так, двойной сальхов сейчас будет в исполнении Ульяны Кузнецовой. Внимание, Ульяна, мы болеем за вас. Так, ждем, да? Вот. Это браво, браво. Да, это что, это каскад? Нет, это было просто один прыжочек. Как он называется еще? Двойной сальхо. Ирина Викторовна, ну, спасибо большое, Ульяна, спасибо большое. Ирина Викторовна, скажите, пожалуйста, что дальше вот у фигуристов? Я так понимаю, уже совсем скоро соревнования какие-то ждут. Кубок края у нас вот буквально в пятницу, в субботу ребятишки будут выступать. Как оцениваете? Ваши подопечные возьмут золото? Ну, может быть, да, кто-то призовые места займет. Потому что у нас сейчас наша сборная Красноярского края выиграла зональное первенство в городе Искитиме Новосибирской области. И поедут дети на Россию. На Россию. И наши красноярцы поедут на Россию. Ну что, попросим еще раз Дашу, Мишу и Ульяну в финале нашего включения что-нибудь еще, только далеко не уезжать, а вот какие-нибудь, может быть, вращения рядышком друг с другом, чтобы мы нашему зрителю красивую картинку. Попробуем? Вы скомандуете, Ирина Викторовна, или они сами? Девочки, заклончик сделайте, Ульяна. Так, Миша, Либелу, пожалуйста. Чтобы у всех сегодня было хорошее настроение, мы вас сейчас вдохновим. Смотрите, смотри, что делают. Ульяша, ребята, чуть подальше, Ульяночка, вот сюда, справа сместись. В какую сторону смотреть? А по очереди их снимать. И Даша, и Миша, и Ульяна. Ну что, это великолепно, друзья. Фигурное катание прекрасно. Я думаю, что все любят его смотреть. И давайте болеть за наших красноярских спортсменов. Ну а если у вас дети 3-4 лет, задумайтесь, может быть, самое время отдать их на фигурное катание. Всем хорошего дня. Спасибо.